Секрет идеального сна и легкого пробуждения. Вы хорошо спите ночью? Сразу ли вы засыпаете или долго ворочаетесь с боку на бок? А как вы встаете с кровати утром? Легко или через силу? Поставьте лайк, если вам порой трудно выбраться из-под одеяла. Хороший ночной отдых – это важный аспект жизни, который влияет на ее качество. Здоровый сон также необходим, как здоровое питание и занятия спортом. В то же время плохой сон может повлиять на активность мозга, гормональный фон и работоспособность. Увеличивается риск появления заболеваний и даже набора лишнего веса. В наш век скорости, качество и продолжительность отдыха резко снизились, из-за чего многие люди стали плохо спать. Если вы из их числа, то у нас есть волшебная формула, которая нормализует ваш сон и сделает утреннее пробуждение намного приятнее. Мы надеемся, что это поможет вам наконец-то отдохнуть со вкусом. А еще вас ожидает интересный бонус, который раскроет секрет лучшей позы для сна. Досмотрите видео до конца, чтобы всегда просыпаться свежими и бодрыми. Вы когда-нибудь слышали о блоге фитнес-тренера Крейга Балантайна? В нем содержится масса советов о правильном питании и здоровом сне. Балантайн создал так называемую формулу 10-3-2-1-0, которая поможет вам улучшить свой сон и превратить утреннее пробуждение в праздник бодрости и оптимизма. Автор формулы считает, что идеальный ночной отдых начинается днем. Другими словами, ко сну надо готовиться еще до того, как лечь в постель и выключить свет. Поговорим об этом подробнее. За 10 часов до сна. Именно столько времени нужно, чтобы очистить вашу кровь от стимуляторов, содержащихся в кофеине. Даже маленькая доза может вызвать переизбыток ненужной энергии в организме. К тому же кофеин возбуждает нервную систему и мешает мозгу расслабиться, даже когда вы лежите в кровати. Так что откажитесь от кофе, зеленого и черного чая, кока-колы, энергетических напитков и шоколада как минимум за 10 часов до сна. Никаких поблажек! Кстати, добавьте в этот список никотин, поскольку он оказывает такой же негативный эффект, длящийся много часов. За 3 часа до сна. Если до встречи с подушкой и одеялом остается всего 3 часа, не ешьте ничего и не пейте спиртного. Вашему телу нужно огромное количество энергии, чтобы избавиться от негативного эффекта алкоголя и переварить поздний ужин. Вечером организм должен отдыхать от дневных забот, а не работать на полных оборотах. Хотя алкоголь и может заставить вас клевать носом, позднее он вызовет бессонницу. В итоге утром вы проснетесь с таким чувством, словно всю ночь грузили фуры. За 2 часа до сна. Бросьте ваши дела и не думайте о работе. Все это подождет до завтра. Если какие-то мысли беспокоят вас, запишите их и отложите листок в сторону. Этот прием играет важную роль в практиках управления стрессом. Медитации также помогут расслабить тело и ум. Есть много других вариантов, например, расслабляющая музыка, хорошая книга и даже массаж. Попробуйте их все и выберите те, которые подходят вам больше всего. Не забудьте поделиться своим выбором в комментариях к видео. За 1 час до сна.
С этого момента никаких телевизоров, компьютеров или смартфонов. Как бы вас ни манили сериалы, Facebook, Twitter или ваша электронная почта, держитесь подальше от светящихся экранов. Пусть ваши глаза и ум успокоятся. Нужно создать себе правильные условия для отдыха. В комнате должно быть прохладно, темно и тихо. Наличие любого света может помешать вам заснуть. Плотные шторы и беруши помогут достичь желаемого результата. При надобности добавьте другие расслабляющие средства, к примеру, ароматические палочки, увлажнитель воздуха или даже вентилятор могут быть важными элементами здорового сна. Некоторые техники релаксации также станут хорошим дополнением. Ноль минут до звонка будильника. Вы терпеть не можете звук вашего будильника? Каждое утро переставляете его, чтобы он не звонил еще минут 10? Не стоит этого делать. Постоянно ставить будильник в спящий режим по утрам – большая ошибка. Просто выключите будильник и мигом вылезайте из кровати. Со временем это войдет в привычку. Лишние 10 минут сна не помогут вам чувствовать себя бодрее, особенно когда все равно пора вставать. Также старайтесь просыпаться примерно в одно и то же время каждый день. Не нарушайте свой циркадный ритм даже в выходные. Через несколько недель вы, скорее всего, научитесь подниматься вовремя, без будильника. А теперь наш бонус. Какая поза лучше всего подходит для сна? Положение, в котором мы спим каждую ночь, может оказать влияние на наше здоровье и настроение. Девушки, хотите оставаться молодыми как можно дольше? Спите на спине. Эта поза замедляет появление морщин, поскольку при ней отсутствует давление на лицо. В то же время грудь остается в напряжении, что препятствует обвисанию. А вы знаете какие-нибудь секреты хорошего сна? Поделитесь ими в разделе «Комментарии». Не забудьте нажать на кнопку «Нравится» внизу страницы. Если это видео соберет более 50 тысяч лайков, мы расскажем вам о еще одной уникальной технике сна, которая изменит вашу жизнь. Ну а если вы на нашем канале впервые, нажмите «Подписаться». У нас для вас еще масса интересного.